Всем привет, с вами Андромалик и... Булочка! И это Garden Warfare 2, мы играем чомперами. Посмотрим, как получится пройти. И Garden Ops у нас режим. С вами играть не можем, к сожалению, потому что... Нельзя. Не позволяет эта игра. Но если, наверное, аккаунт создать на булочке, платить онлайн, и тогда, может быть, можно поиграть. Теоретически. Ну что ж, где мы будем ставить, я выбираю на этот раз. Погнали на букву А, вон туда. Буква А. Там, кстати, так нормальное место. То есть это угол карты. Тебе будут... Ну, сзади там никто не пройдет нигде. Все нападают только отсюда и справа. То есть довольно хорошее место. Вот он, смотри, сад наш. Ставлю здесь. Ворота. Ловушки расставляю у нас. Кнопочка R1 так. Это ловушки. L1 это жидкость. Нажми, R1 ничего не случится. Это ловушка. Вспомни просто, как играть. Понажимай. Вот ловушка уже есть одна. Да. Так, надо ловушки расставлять в правильных местах. Да. Не просто хухры-мухры. Вот вторая. Отрыгнул так ловушка. Отрыгнул? Да. Видишь, у тебя обычная ловушка, а у меня усиленная. Но у тебя всё. Перезарядка должна быть быстрее. Вот посмотри, как она восстанавливается. А у тебя должно быть быстрее. По скорости. Или в чем не отличие? Не знаю. Что-то у меня очень... А, у меня, наверное, всего две можно... У тебя сколько вначале? Три можно было, да? Да. А у меня две. В этом отличие. То есть максимально накапливается две штуки у меня, а у тебя три. Так, первая волна. Вон они вот здесь у меня идут. Знакомые карты те. Ой, я как будто закапываться пулемет нажал. Я... Ну, это же кнопка. А, я думал, закопаю, сейчас пулеметом расстреляю. Закапывайся, потренируйся, как закапывался. Ну-ка, первая волна. Первая волна, можно вспомнить все, как играть. Ты уж там всех съела, назад возвращайся. Так там тут еще есть. На вон, базу должны еще бежать. Вон они. Ням-н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 ям-
тобой. Я к тебе, ты говоришь, ко мне, я к тебе бегу. Давай, разберись. Все. Все, хорошо. Вторую волну ждем. Смотри, кстати, здесь статуя попугая, обрати внимание. И да, на попугая... Ой, какой попугай? На голубь. На нем на голове такая, видишь, розовая штука. Розовая ерундовина. Это типа установили зомби, и они контролируют. Это типа у них антенна так используется. Как у нас сад выглядит, хоть глянуть? Смотри, вон какой-то... Это Crazy Dave. Это его... Портрет какой-то неудачный. Портрет. Статуя такая. О, смотри, я к ним подхожу, они от меня убегают, потому что я чемпер. Они просто идут на меня, потом увидели, что чемперы, назад бегут. Все, что-то передумали. Ко мне. Они только поначалу так делали. Где враги? Справа или слева? Тут всего прохода два, по сути. Справа там. Давай, ты стой там, а я буду слева. Я ловушку поставил. Смотри, какая ловушка, видишь, у него глаза такие. О. Кстати, эта ловушка напоминает растение водное, которое да, было... Которое... В первой части растений против зомби. Бесплатная, помнишь, ух под водой. Типа... Да, помню. Все, назад пошли. Может, там кто-то на базу уже прошел. Первые волны легкие очень. Тем более они нас боятся, они на нас не нападают. Они убегают. Иногда, может, нападают. Кстати, у нас сколько? 175 здоровья, да, у чемперов тут? Как и в первой части. 172, 175. Там. Больше последний солдат остался, он тут боялся нас. Все, добил его. Все, ты его хамкал. Нет, еще там, смотри. Это глюк был. Ага. Бывают тут глюки тоже. Ты ловушки расставляю, у тебя же там восстановилось 3 ловушки. Давай аж сюда ловушки. Я их сразу ставлю, а ты копишь. Чук. Где ловушка? Вот моя ловушка. Можно машины ломать, если новая машина. Подходишь, кусаешь, она взрывается. Вот машина новая, стреляй. Давай, укуси ее. Вот, или автобус, давай, давай. Укуси, укуси. Во, развалилась. Вон там надо уже кусать эти. Да. С одного удара они. Смотри, целая волна хомякает. Но они с одного укуса умирают. Вон еще. Ты еще слизь на них кидай. Тогда они медленно слизь кинула и подходи. L1 нажми. Вот, сзади, 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 сзади. Короче, ты там стой, я здесь буду стоять. Так уже все, последнее здесь, больше не будет у тебя там. Все, уничтожено. А нет, это с одной стороны, это с другой стороны. Это бонусная волна была. Ага. Только камикадзе были. Но несложно.
хоть мы и в ближнем бою, они на нас не взрывались, потому что у них, по-моему, 25 здоровья, столько, сколько один укус наносит. Мы с одного укуса любого убиваем. Так, вот отсюда, слева идут, видишь? Вот отсюда они пойдут. Вот они. Чайку попью. Ты меня прикрой, я пью. Вон там идет. За попу его укуси и съешь полностью. Сзади попробуй обойти его. Кто-то яд кинул сюда. Продали наши растения. Вон за тобой куча идет. Вон отскок. Давай, хватай. Ты большого, выцеливай большого, толстого. Или солдата какого-нибудь. Подходи и сзади его ешь. Пират. О, пират. Тоже ешь его, давай. Только не умирай, за здоровьем следи. Мало здоровья, беги на базу. Или закопайся. Мало здоровья, закапывайся, и можешь под землей сидеть и ничего не делать. У тебя здоровье восстановится. Так тоже можно действовать. Вон там еще за тобой ходит. О, пираты. А, за тобой еще. Следи. Чего? Все, ты его прикончил, да? Я только обернулась, уже никого нет. Так, восстанавливаемся. Не надо ничего делать, сам я восстанавливаю. Стараюсь. Так, ну ждем босса. Пятая волна. Босс, дрин. Ой, стул победил. Ты стул уронил. Вот, я назад на место поставила. Тут физика есть. Да. Можешь укусить стул, он тоже улетит куда-нибудь. Во. А, его сломал. Я его просто сломал. Какой босс, так, ты хоть скажи? Где? Вот он. Отвлекла меня, и босс не увидел. Какой босс? Друзья, а, тут новый. Уже появился. Новый босс, вон он идет к нам. Не иди туда. Назад. Ой, бочка. Бочка взрывается, от нее надо отходить. И он выпрыгивает. Вот босс это. Вот такой вот чувак. Это босс, вот он. Я его кусаю, видишь? Вот он. Маленький такой. Он может делать копии, 5 штук своих, по-моему. Не знаю, сколько их там всего. В общем, увидишь, если он это сейчас сделает. Все. Вот. А, вот. 4 вот, штуки. Вот. Теперь ты не знаешь, где настоящий, пока всех не укусишь. Вот, все. Настоящий в 5 раз урона, по-моему, или в 10 больше получает. О, не настоящий, фейковые клоны. Все, убили. У меня было задание убить антикарате. Урок антикарате называлось задание. Убить так, его. Вот еще один. И я его уничтожил. Это хорошо. Задание выполнил. Покушал. Кстати, есть чомпер у меня, по-моему, открытый. Который вампир-чомпер. Короче, он когда ест полностью так, он потом здоровье себе восстанавливает чуть-чуть. Очень удобно. Поел кем-то, да? И он здоровье восстанавливает себе. Да. А есть металлический чомпер. Вампир. Металлический чомпер чуть медленнее бегает, но зато у него 200 или 225 здоровья. Но он еще атакует медленнее. То есть у него челюсти такие. Ну, потому что, да, ему сложно. Но он, по-моему, не 25 наносит, а больше урона, типа 30 или 35. Я вот уже забыл такие мелочи, раньше это я все знал. В этой игре очень много всего. Ты играешь чомпером, а всего их 10 в игре. Чомперы 10. Ты каждым должен поиграть. Нет, ты можешь найти любимый свой чомпер, играть только любимым, все. Так, смотри, откуда они идут? Вот оттуда. Да, тут только центр и слева они идут, все. Больше тут нету вариантов, откуда они идут. Ой, убегает от меня. Я бы догнал. Газетка, иди сюда, дай мне почитать газетку. Ой, сзади со мной ничего. Кстати, газетчики очень быстро. Ты это, ловушки забыла ставить? Поставь на проход. Где твои ловушки? Почему я только ставлю? У тебя тоже 3 ловушки должны стоять всегда. Обновляй их. Могу догнать его все. Бежи. О, догнал. Потушил. Все. Так, еще где-то остались. Слева от себя там. Полную. Все. Нет. Не проглотил. Чемпер не смог его съесть. Готово. Последний у меня. Сейчас я его пытаюсь съесть. Сложнее как-то. Не получается есть.
Так, седьмую волну ждем. Возможно, это будет бонусная волна. Сейчас будем смотреть, какое условие, чтобы бонус получить. 80. Что надо будет сделать? 92. О, ты целиком здоровенький, молодец. По мне почти не попали. Так, что такое специальная волна? А, зомби все с защитой будут бегать с большой. Простых зомби не будут. Не будет. Вон они все с горшками на голове, с конусами. Давай, ловушки ставь. Закапываться можешь. Учись тоже закапываться. Убивать их из-под земли. Сожрала. Вот гроб. Смотри, кстати, гроб. Вот он на ловушку наступил, смотри, и гроб исчезнет сейчас, смотри. Ага. А нет, что-то он вообще сломал ловушку. Непонятно, должно было быть по-другому, не знаю, что это было. Он должен был на ловушку попасть, и гроб просто бы отвалился от него. Вот так это работает. Но почему-то сейчас было по-другому, я не понял. Напишите в комментариях, кто знает, почему так произошло. Может быть, в этой второй части именно так? Мне просто казалось, что всегда так должно быть. Первый, во второй, везде гроб ломается, когда на ловушку наступает. Просто ловушка была обычная, может быть, надо, как и меня, ставить ловушку выше. Или это моя, наоборот, стояла, я же не заметил даже, какая там ловушка была. Какая-то была, так. Всё, ням-ням-ням-ням-ням. Биг сплат. Ещё не восстановились у меня. Здесь мусор лежит внутри. Тоже уровень, смотри, видишь? Конус такой стоит, видишь? Тут много мелочей. Вот, машину сейчас взорву. Что, она уже взорвана, что ли? Так, нужно убить цель нам за 40 секунд. Цель, скорее всего, к нам не придет, а может придет, давай так, подождем. Так, подожди, а где ты там? Пошел и уже ты видишь. Ну, вон цель, видишь? Цель вдалеке. Давай, кушать всех. Они от нас убегают. Вон цель у меня. Давай, пошли убивать. Вот он. Внизу там, вон. Давай, кусай его. А я его убил. О, с него карта выпала. Я ее беру кружочком. И теперь надо спасти нашего напарника. Где он? Подожди. Вот, за мной иди. Rescue. Видишь, написано слева стрелочка. Это спасти напарника. Убивай этого пока. Все, пошли. Вот, смотреть. И на мой экран смотреть. Я покажу, что. У нас 18 секунд. Так, сейчас я бегу. Подожди, а где он? А вот он. Смотри, видишь, будка стоит. У нас карта есть, мы теперь знаем, что там кто-то есть. Смотри, я делаю что, смотри. Так. И смотри, что получилось. У нас напарник, вот чувак. Он. Чувак. Но единственное, если он умрет навсегда, его нельзя воскресить. Но он с нами в команде теперь, горохомет. Мы теперь троем играем. Классно. Но его надо прикрывать, потому что он сам немножко глуповато может нападать. А он на базу побежал, скорее всего. Там на базу кто-то атакует наш. Видишь, бьют базу. Вон он бежит на базу, смотри. Ага. Он золотой такой. Вот он, смотри, вокруг базы защищает. Вон он, на моей карте, смотри, на моем экране. Да, вижу, на моем тоже вижу. Он всё, будет теперь за... Он будет всегда за нас, пока не умрет. Привет, привет, малыш. В шлеме таком. Да, и такой открывать можно шлем. Это редкий шлем. Но такой открывается. А если ты карту эту не нашел? Бонус не получили и не спасли. Так, опять идут. Он нам просто помогает будет, прикрывать. Вон, видишь, он там бегает, вокруг базы в основном. Он сюда не будет лезть. Только если совсем, наверное, помощь понадобится нам. Так-то он на базе. О, ловушка, давай это все. Он в ловушке умер. Да, я тут же поставил, он тут же умер. Да, девятая волна простая, здесь ничего нету, бонуса ничего. А следующая, последняя, видишь, как быстро все. Это быстрая часть. Здесь ускорили все. Все моменты, которые были медленные, они ускорены тут. Повеселее, кажется. А в третьей вообще быстро. Там, по-моему, не 20 минут, а можно за 15, по-моему, пройти. Там слишком быстро. Вообще все бегают, и надо всем нажимать кнопку, постоянно бегать. Что происходит, что происходит? Ой, робот. Кусай его просто, его съесть нельзя, сзади кусай, спереди как хочешь. Кусай его. А, так ты с под землей, под землей не вылезешь пока. Да. Нажми да. Просто вылезти с под земли. Я же не нажал. А теперь кусай их. Одного робот и второго. Против чемпера, а? У тебя мало здоровья. Кусай. 20, кусай, убьешь, у него уже чуть-чуть осталось. Давай, кусай, там пару укусов, ты просто не попадаешь. Попади, кусай. Кусать всегда надо нажимать.
Ну, я не знаю, как ты его не убила. Он очень подвижный был. Да нет, просто ты его очень плохо целилась. Он неподвижный, все. Победили. Роботы самые неподвижные, они медленные. Вот, мы тут раньше, у нас была база. То и в первой части. И карта части была другая, тут такого не было леса. И называлась она Garden, то есть сад. Сад Плаза, по-моему. Тут Аква Плаза. Так, что нам выпадает? Денег. Ну, денег. Это бонус будет. Если три раза выпадет, будет джекпот. Денег, денег. О! Плюс 500. 1500 и плюс еще сейчас даст, если мы пройдем бонус. А вот теперь пошли боссы. Вот этот вампир. О, Гаргантюа. И мешок денег. Мешок денег, хорошо. Ждем, далеко не уходим. Контролируем, смотрим, откуда они. Вот слева откуда, у меня слева две волны. Все, слева две волны, больше нигде нету. Они от меня пойдут. Ловушки установить. Далеко не уходить. Все, ждем. Пусть сами идут. О. Все, отходи, отходи. За стенку зайди. И да, отходи, мы его не убьем. Мы же сблизи только можем. Отходи, отходи. Не надо спешить. Одного я съел. За эту волну нам дадут 5000 монет бонуса. Вон, видишь, в углу написано. Уходи, иди лечи. Да, их очень сложно убить. Мы же ближний бой. Уходи, восстанови здоровье. Их надо подставить. О, наш горохомет сейчас поможет. Смотри, он бегает здесь. Пошли, пусть он идет к нему. Вот сюда иди. О, он сейчас будет стрелять. О, хорошо, кстати, убил только что одного. Вот он, смотри, я за ним хожу, вот он, патрулирует такой, тык-тык-тык. Ага. Вот о, увидел его, все, пошел. Не, не увидел. Во, увидел. Вот не, него не бежит. Смотри, не, стреляет, смотри, уже расстреливает его. Все, а мы его будем помогать, он будет нам стрелять. Все, давай, навались. На него еще слизь кидай, он тогда ничего не делает. Когда слизь, он такой медленный становится. И под него ловушку попробуй поставить, может она наносит урон. Я не знаю, не проверял. Все, как быстро убили. Все вместе, троем. Или он убил все-таки нашего горохомета. Где-то я не вижу его. Убил его? Походу убил его. Нету его, смотри, пропал. Патрулевщика нету. Или... Вот. Он погиб, наверное. Там он подошел, наверное, к нам. Уже. А тот его стукнул. И все. Или... А не, вот он жив, он тут сражается. Вместе с вампиром этим. Вот вампир этот. Да, он тут. Он просто с нами не решил его бить. Давай, кусай его просто. Спереди желательно, чтобы не кусать его в пасть. Вот я время тяну только вот, вот тебя. И соусом его обливаю. Давай, обливай его соусом. Да. И ловушечку. А ловушку под него. Есть, кусай, кусай. Просто кнопку кусать нажимай и все убьешь. Давай, давай. Во, ну давай, кусай, кусай. Опять его языком. Все правильно, давай, кусай, 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 кусай. Он сто с чем-то здоровьем восстанавливает за один удар. Кусай, 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 давай, давай. Не надо двигаться, стой вот так вот. Установила своего чемпера и кусай. Кусай, кусай, кусай. Все, наконец. Вот, эти какие-то малые выскочили. Все. Где-то кто-то остался. Где-то вот, кто-то есть. Вот, а, вот, он вот. Не умер еще. Он просто исчез, оказывается. Где он? Где он? Кусаем, кусаем. Идем. Где он? Вот, за мной. Давай, давай, давай. Да блин, он вообще исчезать начал сильно, или все? Телепорт это называется. Вот он опять, вот я его нашла. Все, съела. Кто-то один еще остался где-то. На базе, вон там, смотри, что-то происходит. Туалет. А, вот он. Сейчас я его съем. Ням-ням-ням. Ты второго приятного ешь. Аппетита. Давай, ты второго ешь. Может, с туалета выпал. Алло, давай, ешь, я тебя оставлю. Че ты стоишь, смотришь? Есть надо. Доедать. Вот, я вот, же... вот, маленький ты наш. До сих пор не поняла, как это работает. Я ем туалет. Слышишь? Да, слышу, а я доедаю трупешник. Не трупешник, он выпрыгивает оттуда. Он уже потенциальный трупешник. Все, надо эвакуироваться. Иконку найдешь на этот раз? Иди, эвакуируйся. Бегом, быстро. Вот тут нельзя R1 нажать. Пошли, эвакуация. Вот отсюда улетать будем. Здесь ловушки расставляй. Здесь будем защищать минуту целую. И улетим отсюда. Давай, давай. Все, ловушки закончены. Да-да-да. Пират еще.
Только не уходи. Сейчас ты можешь выйти отсюда. Просто когда время заканчивается, ты должна зайти в круг, иначе тебе Крейди Дэйв не заберет. Ты останешься тут на растерзание зомби. Ловушка вот твоя стоит уже тут. Так, 25 секунд нам продержаться. С этой стороны пошли. Пока никого. О, ловушку, у меня мою чисто. Попал. У меня чисто. С твоей стороны. У меня тоже чисто. Никого нет, что-то зомбаков не осталось. О, вот, прошел один. Не уходи с этого круга. Иди ко мне. Внутрь круга зашла. 10 секунд, мы должны внутри быть. Не уходи. 5, 4. Ты можешь есть, только не уходи. И вот, идет, идет, идет. Все, забрали. Все, уехали. Вот ты, а вот я. Тут можно еще танцевать иногда нажимать, и он танцует в воздухе. Как-то делали у нас подписчики, я тоже. Еще так момент, надо, чтобы было видно, как тебя забирают. Да. Вот сколько нам дали, смотри. 9600, 14... Вот, 5 бонус, 1000. 16600. Escape это то, что все убежали, 1000 дали за это. Вот если не убежишь, 1000 монет не дадут. Много, много, много. Я, значит, пооткрываю стикеры на следующий раз сразу же. И мы будем играть на новой следующей карте. Будем, наверное, играть либо за подсолнуха, либо за кактуса. По-моему, подсолнух следующий. Третий. Подсолнух, да. Кактус подсолнух. Внизу был. Да. Вот этим мы займемся. Если понравилось, ребята, подписывайтесь, ставьте лайк. Мы будем продолжать играть в эту замечательную игру на канале Булочки. Смотрите. Все до конца смотрите. Да, всем пока. Хорошего настроения и не болейте.